Немножко об одном удивительном человеке, который ушел буквально на днях. Это священник, отец Аркадий Шлыков. Это вот нас троих, даже прям, как получилось, духовный наставник. Это батюшка, который 15 лет назад ушел от цивилизации в глухую деревню в Карелию, построил вместе со своими друзьями там деревянную церковь, восстановил когда-то разрушенную во время войны. И там служил, вот, нес свой крест и ушел сейчас, ну, очень молодым человеком, 45 лет. Ему вот, и мы сегодня хотим, скажем так, наше выступление посвятить его памяти. А своей жизнью он настолько распространял вокруг себя одну очень редкую вещь. Я читал у святых отцов, что одно ей можно спастись, это не осуждение. И, в общем, очень нам будет его не хватать. Начнем с песни, которая называется «Отче, отчего». Сейчас, может, гитару так и провести. Повисло, когда
пути. Лишь бы нащупать незримую нить к первоисточнику сути. Называется «Отзвуки вечного зова». Дороги извивом
прибоем, разрывом во мне. Из-за краев мироздания эхом доносятся снова отзвуки вечного зова во мне. Спасибо. Первый снег. Все оставит в том погоне.
спасибо и в заключение. Рей надо мной. Воздух внезапного лета, в комнате дыма и слез. И вот ты со скоростью света становишься прост. Перестаешь быть несчастным, находишь на время покой. Знаю, кто был сопричастным, рей надо мной. Рей надо мной. Рей надо мной. Ангел-хранитель мой. Рей надо мной. Ангел-хранитель мой. Пряностью талого снега, солью зимы, перебиваешь оскомину пустоты. Там, где юные вина расправят меха, что-то вдруг растворит эту накипь греха.
Николай Подорожский еще раз представит музыкантов. Павел Сорокин и Алексей Чернюков.